Новые почтовые ящики взамен старых, которые пришли в непригодность. Этому дому на улице Трубников уже более 50 лет. За полвека с металлических шкафчиков слезла краска, искривились дверцы и вылетели замки. Жители обратились к депутатам «Единой России» с просьбой заменить ящики. Благодаря «Единой России» Воробьевой Наталье Владимировне, значит, нам сделали новые ящики. Мы очень благодарны, очень рады. Акция по установке новых почтовых ящиков стартовала сегодня. За несколько часов было заменено 120 старых металлических шкафчиков в трех домах на Трубников. В течение 3 недель депутаты «Единороссы» будут заниматься аналогичной работой в 7 избирательных округах. Акция эта пользуется успехом, потому что в прошлом году мы установили по городскому округу Первоуральск 1500 почтовых ящиков, и нам стали поступать обращения от наших жителей. Вот. И в этом году также планируется около 1500 установить почтовых ящиков. Акция проводится в рамках реализации программы «100 000 в каждый округ» при поддержке новотрубного завода. В управляющих компаниях отмечают, помощь народных избранников недооценить нельзя. В том квартале нам детскую площадку делали, вот в следующем. И не первый раз уже почтовые ящики. В апреле «Единая Россия» продолжит добрые дела. Во дворах на детских площадках депутаты обещают установить ограждение и завести песок. А летом планируют заняться обустройством спортивных комплексов для подростков. Дмитрий Солюков, Руслан Гаскаров, Служба народных новостей.